Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! А вы знали, что рыбная икра выступает мощным дипом для привлечения рыбы? Наверное, вы не раз слышали о том, что разные виды рыб не прочь полакомиться отложенной на нересте икрой. Конечно же, не следует сразу бежать в магазин за красной икрой для рыбалки. Это лишнее. Просто стоит не забывать о ней и заранее подготовить. Ведь часто бывает так, что купили невкусную или испорченную икру, либо осталось много после праздников, уже подпортилась, а выкидывать жалко. Сохраните ее в холодильнике, и вот вам уже в ассортименте есть отличная приманка. Кстати, при ловле рыбы работает не только красная икра, а вообще любая икра. Но красная, конечно же, вне конкуренции. Во-первых, она приманивает рыбу своим ярко-красным цветом и округлой формой. Ее запах быстро распространится по воде и привлечет рыбу. Ну и по содержанию белка икра во много раз превышает мотыля, червей и опарыша. Попробуйте аккуратно подсадить на мормышку пару икринок, и вы увидите, что рыбалка заметно улучшится. Также можно просто подкидывать в лунку икру самостоятельно или в составе прикормки, и это неизбежно привлечет стаю рыб к месту лова, что увеличит шансы на удачную рыбалку. А вы пробовали ловить рыбу на икру? Поделитесь своим опытом с нами в комментарии.